Так, понял. А, все, уловил мысль. Уловил мысль создателей. Надеюсь. Головоломка-то не самая простая, надо признать. Заткнись, чувак, я стараюсь. Я стараюсь. Я плот тянул, стоя на нем. Что ты от меня хочешь? Блин, на меня такая балка упала. Блин, а вот теперь... Так, ну ладно, попробуем самый тупой вариант. Тот нигер, это Рамзан Кадыров. Ты думаешь? Возможно. Блин, да этот чувак сам себе не может никак помочь. А, блин, я тупой вообще, просто в мясо идиот, короче, да. Мэтт играл в Рагнарок онлайн. Нет, я же не гей. Или нет? Стоп, нет, нифига. Я тебе не понимаю, сейчас, секунду. Сделай стрим погромче. Не слышно смешных донатов. А, все, вижу. Великого Ильи, да светится имя твое, да приедет царствие твое. Чувак, что значит не слышно смешных донатов? Ты можешь их читать. Они же на экране появляются, братишка. Что ж ты такой? Убогий-то. Ой, наконец. Наконец. Алекс, ты взял... Какой-то помойный пес просил игру потише, так что наслаждайся. Погромче, точнее. Спасибо за донат. У них у всех ноги. Больное место. О. Каков герой, каков чертяка. Альф-самец просто. Я останусь. Брось меня. Да, мы заметили, что ты очкарик, парень. Ты мог это не озвучивать. Там в живых осталось только негритянка да жиробас. Кого я спасаю? Улетели бы с ротом, статистика была такая же. Один выживший. А может быть забудем все и сбежим? Ради этого, чувак, ради поцелуя, даже не в губы. Ну ты бета-самец, ну это просто кошмар. Омега, точнее. Али! Ну и бред. Ой-ой-ой-ой, бежать! Ду-ду-ду.
Алекса даже не жалко, он идиот, по-моему, просто конченый. Я больше никого не позволю убить. Ну, можно было и пораньше об этом задуматься, ну ладно. Так. Обратно, да. Да, я думал немного... Сколько я уже? 3. Блин. Наверное, еще часа 3 впереди минимум, а может и больше. Какая Лара симпатичнее, это или Джоли? Мне вообще не нравится Анджелина Джоли внешне. То есть она и в лучшие годы выглядела не особо приятно, а сейчас она вообще выглядит как мразь. Карга какая-то. Но она и в лучшие, в самые сочные годы вообще меня сексуально не привлекала. Сейчас никогда не понимал фапа на Анджелину Джоли. Это типа 500 раз сексуальнее, хоть она и компьютерная. Получены новые данные о погодных циклах в данном регионе. Вся игра 12 часов проходит. Снака смотрел прохождение, в тексте было ощущение, что можно и побыстрее пробежать. То есть вот это где-то за 3 уровня до конца было, но что-то они длинные какие-то стали. Но плюс все-таки на стриме медленнее играю, чем без него. Если бы надо мной не висела задача сегодня нажахаться в дровень в ресторане, я бы, конечно, не особо переживал. Самое секси это Скарлетт Йоханссон, вообще некрасивая. Не знаю, кому она нравится. Ты ее нос видел, она на пятачка похожа. Так. Впрочем, знаешь, я так заметил, что если есть баба, то у нее всегда есть фанаты. То есть любая вообще просто. Если баба родилась и существует уже, если у нее хоть более-менее адекватная внешность, то у нее есть фанаты. Вернитесь на берег, в лагерь. Ой. Стоп, а я могу фаст-тревельницу каким-то образом? О, донатик. Мэтт, а что же Скума Кэт? Скума Кэт... Что? Что? Что с ней? Все нормально вроде. Что-то я не понимаю. Что-то я не понимаю. Не пойму, что такого вредного в Макдоналдсе? Не знаю. Я про вред Макдональдса видел только фильм Супер Сайз Ми. И все. Можешь посмотреть, там чувак месяц ел только Макдональдс. Смешно пообстебали в городских приматах эту тему, где типа сделали скетч про то, как чувак месяц питался только вискарем. Ну, идея-то сама по себе настолько же дебильная. Только он умер там на третий день, по-моему.
смотрел трейлер «Отряда самоубийц». Ну, в донате, может быть, расскажет, да. На тёлку это можно пофапать и в каком-нибудь, я не знаю, «Волки с Уолл-стрит». Это же та же самая актриса. Как сучка. Насчет твоей теории про то, что зубы чистятся об еду? Она ушла в отставку. Эта теория была разбита суровой правдой жизни, к сожалению. Зубы не чистятся. Ну, может быть, и чистятся, но... Как бы... Это тебе не поможет сильно. В плане здоровья зубов. Да. Что насчет Кары Делевинь? Я не знаю вообще, кто такая. Кара Делевинь. Звучит как Клара Новикова. Практически. Илья, обожаю тебя. Да. Ты такой бублик. Да. И жирный. Да. Хочу тебя обнять. Да. Вечно люблю твои стримы. Особенно вместе с Каланским. Кстати, тебе нравится шаверма патруль? Нормально, посмотреть можно. Жирного бы оттуда изгнать, как бы мерзкого какого-то гнома. Зачем он там нужен? Не твоя. Ставьте дислайки, пока он не уйдет. Ну, может быть, Анджелина, может быть, но... Я не завидую Брэду Питту. Уж предыдущая его жена была несколько посимпатичнее. Короче, проголосуйте дизлайками за выгон жирного ублюдка оттуда. Он реально мерзкий, это рыжий тролль. По поводу трейлера «Отряда самоубийц». Трейлер просто пушка. Очень жду этот фильм. У меня вся комната обклеена постерами по этому фильму. Все так. Спидран по этой части Ларки 1 час длился. Люди знают эту игру. Они там спрыгивают на нужный канат, проваливаются сквозь текстуры и в конце игры оказываются. Можем отплыть с приливом. Спасибо, Рамзан. Не можем. Вот только не начинай опять, Лара. Не только Лара считает, что мы здесь в ловушке. Матиас тоже в этом уверен. Я видела это по его глазам. Он думает, что возвышение Пимика ключ к побегу с острова. Боже. Котлеты Магдака делаются из всякого говна, типа кишок, копыты бычьих яиц, потом фарш проходит аммиак. Чувак, чтобы... Придавая мясу нормальный цвет. Чтобы котлета не была сделана из говна, ты должен вырастить корову или свинью, сам убить ее, разрезать, разделать, потом провернуть фарш и сжарить в конце концов котлету, и то она будет из говна, потому что масло подсолнечное ты купил в магазине, скорее всего, она сделана не из подсолнухов, а из, не знаю, какого-нибудь дерьма типа хлопка. То есть, понимаешь, в чем дело? Как бы ты все равно в любом случае ешь говно, неважно, из Макдональдса или еще откуда-то. Ты видел, что вместо тушенки продают, например? Так, найдите восхождение к исследовательской станции. Чуваки, дайте. Сейчас, возможно, вот упадет. Я сразу на Ютубе говорю, что, возможно, будет вторая часть ввода, а, возможно, и не будет. Я посмотрю еще. Просто мне небольшая пауза нужна. Я хочу знакомому позвонить. И, возможно, на самом деле, сейчас я и закончу. А Tomb Raider, оставшийся, не знаю, сколько тут, 7 часов, видимо, она бесконечная, эта игра, или я слишком медленно ее прохожу. Добьем, значит, все-таки на следующем стриме. Но, возможно, еще сегодня успеем хоть что-то допройти. Оп, я сворачиваюсь, и она не выдает ошибку. Прекрасно. Пауза, пауза, пауза. Куда девается все мясо нормально, если все из говна делается? Это интересный вопрос. Это интересный вопрос. Я не знаю. Наверное, его едят богатые, чувак. Я вот бедный. Поэтому я не ем такое мясо. Но куда-то оно девается наверняка. Просто я к тому, что магазинные продукты ничем не лучше говна из Макдональдса. Возможно, если ты ешь где-нибудь
В Гудмане стейки, там и нормальное мясо, но, во-первых, это дорого, во-вторых, на самом деле не на 100% уверен, что там не говно. Ладно, пауза. Так, ладно, давайте посмотрим, сколько осталось после спасения, точнее, не спасения, он же сдох, после Алекса. Бункер на скале, тра-та-та-та-та-та. Довольно большой уровень. И потом еще два больших уровня. Блин, большую часть игры я уже прошел, но все равно еще много осталось, на самом деле. Давайте, знатоки, только серьезно, сколько еще? Часа 4? 3? 2? Давайте, давайте, только примерно, вот прям хорошенько завангуйте. Без всякой дресни, как вы обычно это делаете. Учтите моменты, в которых можно дико тупить, перестрелки нереально сложные. 2, 3, 4, часа 4, часа 3... Смотрел ли омерзительную восьмерку? Если да, то что скажешь? Не смотрел. Два с половиной, три с половиной. Точно не больше четырех. Едет пьяный фанат на выезд. Грязная рожа вином разит. Верит в победу родной команды. Знает, Динамо всегда победит. Мы с тобой Динамо Киев. Я не болею за Динамо Киев, но anyway, спасибо. Желаю удачи в чемпионате. Там, правда, две команды, по-моему, все играют. Остальные так. Ради смеха. Так, еще раз найдите восхождение. Ну вот она тупка-то и началась, как бы.
Ну ладно, хрен с этим рестораном. Да пройду уж сегодня, а то потом мучиться. Уж третий стрим-то по этой игре совсем, мне кажется, лишним будет. Так. До этой трубы она никак не дотягивается, да? А, нет, дотягивается. Слева? Нет, не слева. Справа тоже дресня какая-то. Почему она не хочет зайти пла... А, все, понял. Это уже... Это белый камень. Я просто как-то его плохо отличать начал. Нет? Да. Не-не-не-не-не! Чё она делает постоянно? Почему ее так колбасит? Ну? Ёлки-палки. О, донатик подъехал. Ну окей, чувак, я верю и тебе, и тому парню, у которого котлеты из говна. Это все вкусовщина на самом деле. Я считаю, что, ну, в общем-то, если хочешь вести здоровый образ жизни, то, наверное, Макдональдс не самая лучшая пища. Но порой можно побаловать себя, да? Чем-нибудь и нездоровым. В конце концов. Совсем уж какие-то задроты, которые там мясо не едят, фастфуды не едят. Они очень скучные люди обычно. И им постоянно надо всем вынести мозг. Я к этому спокойнее отношусь. Ну, Макдональдс и Макдональдс. Чё такого-то? Да это ж не детей трахать, в конце концов. Наверное. Так что любители Макдональдса от меня никакого осуждения никогда не получат. Как и те, кто принципиально его не ест, но не сношает при этом. О, тупая шмара, люди другим навязываем это. С самого начала, да. Нет. Давай, вонзай. Так, нет, здесь, видимо, все-таки не надо прыгать дальше. Мне кажется. Как думаешь, скоро аренда квартиры нормально будет стоить 100 баксов, как 15 лет назад? Я думаю, что цены останутся прежними, вне зависимости от курса. Рубля, чувак. И все равно найдутся желающие платить по 130 тысяч, лишь бы жить в Москве, поверь мне. Но конкретно тебе придется затянуть по... Блять, какое здесь управление мразотное на этих прыжках? Я просто уже не могу, на самом деле. У меня так бомбит от этого говна. Нажимаешь стик вправо, он даже до сих пор у меня вправо был оттянут, потому что я его не отпустил. И она все равно прыгает вверх, и нихера не... Ай. Такое говно, если честно. Я даже не знаю, вообще туда мне надо прыгать или нет. Давайте медленно все это делать. Выживший, смотри. Нет, не смотрел. Не собираюсь. Неужели? Родила. Твою мать, тихо. Так, что там на самый верх? Как же так? Не смотрел ни омерзительную восьмерку и выжившего. Что тогда вообще делает этот человек? Это ведь такие важные, клевые фильмы. Так.
Сука. Ладно, хрен с ней, я понял. Я думал, наоборот, надо будет, ну, типа, там обойти эту фигню, чтобы запрыгнуть мимо лестницы. Теперь я просто не понимаю, нафига там справа нужна ступенька. Ну, сюда, наверное, да? Угу. Конечно, с одной стороны, современная графика в компьютерных играх — это круто. Но с другой... объекты... трудно понять, какие объекты иногда интерактивны, какие нет. Из-за этого пару раз я сильно... сфейлил. Но если так подумать, то покажи мне эту игру 10, ну, не 10, наверное, 15 лет назад, когда я играл во второй Tomb Raider. Просто показали бы вот такую вот картину, ну, не такую, здесь мыльная балка попала в кадр. Но просто вот что-то такое вот показали бы, я бы вообще не понял, что это кино или там фильм какой-то новый. Тихо-тихо-тихо-тихо. И все равно я сегодня смотрел какую-то запись, где мы в GTA 5 играли и... вот там, конечно, самая такая тема, то, что вот я уже лет, сколько, 15, как играю в компьютерные игры, и вот прогресс там наиболее виден относительно старых. Мэтт, как стать таким же сексуальным, как и ты? Это невозможно. Это просто невозможно, братан, надо родиться таким, либо просто уже не мучить себя, если ты не такой. Понимаешь? Типа это врожденное. Спасибо за донат. Ты, кстати, можешь не донатить мне, и тогда у тебя будут деньги. Это как вариант. Деньги заменяют сексуальность. У меня-то сошлось все, а если у тебя чего-то нету, то, вот, например, сэкономил бы ты, я не знаю, сколько ты мне задонатил, но сэкономил бы ты эти бабки, смог бы на них тёлку закадрить. Ей все равно, красивый ты или нет, если ты платишь, правильно? Да заканчивайте базар. Ой, господи. Спасибо, ребят. Кто будет здоров, сказал. Нет, не хочу конец. Не хочу конец. Конец. Это отстойно. Так. Ага. Ну она же не привяжет к фонарю, правильно, веревку. Я даже не рассчитываю на это, что эта тупая баба до такого додумается. Ну да. Она решила тянуть к себе скалу. Так, надо тогда подумать. Ну, наверное, тут можно запрыгнуть. Ага. Ага. Илья, объясни ПЛЗ, да. Что это за тема с Зарыковской? Мне 29 лет, и я что-то не одупляю, хоть и гуглил. ПС и доллар уже 76 рублей, киселев? Не думаю. Да, мы поддерживаем рубль очень жестко последние дни. Это не может не радовать. Что люди с так... ну, на самом деле, стримы-то в поддержку рубля прекратятся, и вы же сами понимаете то, что... и у рубля тут же начнутся проблемы, так что... что касается Зарковской, ну, я не буду рассказывать, я джентльмен, но спроси в чате. Я этот глум никогда не поддерживал, я изначально сказал, но... я же не могу запретить людям подписываться с такими никами там и донатить. И уж...
И уж точно я не буду, да, я уже сказал, что донатить-то запрещать я точно не буду. Да-да-да, донатить точно не буду запрещать. С такими никами, что поделать. А то, что ты в 29 лет не знаешь, почему такие шутки. Впрочем, это как с Fallout'ом, знаешь, со вторым. Вот я завидую тем, кто еще его не проходил. Так и тут, кто еще не знает, тот сильно удивится. Если ты не Константин Кадавр, конечно. Вот же я ждал байк. Согласен, чувак. Вот в 29 стримить, вот это еще хуже, по-моему. И все это меня только через год ждет. Да нормально, чувак, блин, 29 лет только и делать, что смотреть стримы, а чё еще? Чем еще заниматься? Братишка, чем еще заниматься-то? Ой, блин, кал какой. Я могу здесь спрыгнуть, не умерев, интересно. Ну-ка. Да. Стрим это ж место телевизора, можно сказать. Уж лучше стримы смотреть, чем телек. К тому же здесь реальная поддержка рубля, а не та, что на телеке. 29 в танки играть, ну. Я... Про танки ничего сказать не могу, честно. Я вообще один раз в них поиграл, все, 15 минут на какой-то теме, типа, презентации новых танков. Поэтому, к сожалению, я про танки сказать не могу вообще ничего. Может быть, это и по кайфу людям. И может быть, это даже не отстой полный. Мне недавно добавился главный танкист страны Джофф в комментарии. Ой, в друзья, в ВКонтакте я смотрю периодически. Ну, то есть он постоянно в ленту постит. Он, по-моему, только и делает, что живет в каких-то торговых центрах, ест в ресторанах. Так что, видите, как кто-то смеется, а для кого-то это, ну, стало билетом в красивую жизнь. Я не говорю, что это плохо, и ни в коем случае не осуждаю там или не стебусь. Я уверен, что он клевый мужик. Я просто говорю о том, как есть. И раз хоть один человек стал счастлив благодаря этой игре, значит, она не зря существует. Ты только посмотри. Да тихо ты. Здесь же они. Да, хочешь, чтобы нас учили? Заткнись и продолжай искать девчонку. Так, здесь меня ищут, оказывается, окей. Блин, необходимость каждый раз проверять, включил я пистолет с глушителем или нет. Она такая гумозная, я вообще не знаю, если у тебя есть пистолет, который ты апгрейднул до глушителя, то нафига делать возможность стой, его снимать? Стой, пойду проверю. Так. На помощь! Как? Не надо на помощь, мальчики. Ай, ладно, демоны. Живьем будем брать демонов. Угу. Красавчик какой. Опять сейчас воду будем электролиз... Короче, опять что ли вода будет в электричестве? Электролизовывать, наверное, правильно сказать. Электролизовать. Электролизовать, наверное, да. Лифт застрял. Блин, лифт застрял. Ничего, все не как у людей. Ну, Лара, ну ёп. Ничего, все. Вот туда мне и надо. Ну что значит туда мне и надо? Ну иди туда, ну я-то тебе зачем? Сама бы проходила уж тогда. Как туда попасть теперь? Чё она хочет?
подсказоньку, ларец. Так, просто сбить я их не смогу, конечно же, да? Нет. Крэпежи эти. Может быть... А, все, понял. Я на верном пути. Просто нужно найти способ спустить этот лифт. Сейчас найдем. Теперь-то когда направление задано. Интересно, увидим ли я где-нибудь стрим по ДНД? Ты говорил когда-то, мол, как зарубежные стримеры играли. Обязательно, обязательно. Обязательно увидим. Я уже вижу это. Я буду ведущим. И... такой, знаете, сидят там Лиска и Факер какие-нибудь. Я такой, типа, вы входите в подземелье. Вдвоем там, типа, рыцарь и прекрасная принцесса в кожаных доспехах. На вас выходит собака, из пасти которой капает слюна. Бросайте ваши кости, чтобы определить... А, ну типа, что вы будете делать? Факер такой, я бью ее мечом по морде. Я говорю, бросайте ваши кости, чтобы определить успешность. Он кидает, там, три выпадает. Я говорю, собака начинает насиловать вас. Так, ну что за говно-то, а? Шо это? А, надо, наверное, стрельнуть во что-нибудь, да? Чё она не влезает, я не понимаю, алё. Что значит надо убрать еще три? Ты влезай давай, алё. Я чертовски люблю делать куни. Мне это нравится больше, чем женщинам. Я нормален? Нет. Нет, чувак. Сорян, но ты больной. Очень человек, если честно. Мне кажется, это как это латентный гомосексуалист. Или, может быть, ты любишь рыбу. Я не знаю, чувак, но это реально какая-то нездоровая тема. А я нажимал в прошлый раз эту срань? Как я... Где я вообще был? Я, блин, думал о ДНД и... А, все понял. Я понял, я понял, Лара. Все, 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 они остановятся перед этими дырками. Ну, извините, извините, я в первый раз чинил лифты все-таки, знаете ли. Я причем не все решение пока, естественно, вижу, но практически все. Стоп. А, ага. Или нет? Нужно убрать эти три. Боже, она заткнется или нет? Я вообще запутался в этом месте, если честно. Там же была дырка, типа, по окна. Или его теперь перекрыло. Так, давайте спустим. Нет, стоп, не будем спускать. Иди сюда. Вот это где было, точняк. Не самое, скажем так, местечко.
веселенькая. Но дальше я понял, дальше я понял. Давай вниз. Подкинули духоты. Наверное, я надеюсь, что из тех трех часов, которые мне насчитали, вы думали, что 4 я проведу здесь? А? А? Так, теперь бы понять. Не, ни хрена я не понял. Как мне? Ё-моё. Нет, и это не то. Какой пососный кал вообще просто. Найти бы человека, который это придумал, а? Обоссать его. Нужно убрать остальные стопоры. Сейчас. А, все, вижу, вижу, вижу. Да мне 5 марта даже 30 будет. А еще у меня 2 детей. Сосать лалки малолетние. Нашел чем гордиться. Смотреть стримы меда за шквар. Потому что я даже понять не могу, как мне запрыгнуть в эту дресню. Может, она сюда привяжет? Господи, горе мне. Так, спускайте лифт. Давай. Может так? Не-не-не, спрыгивай! Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, я не знаю, но туда даже посмотреть нельзя, значит, надо прыгать сюда. О, если эта духота кончится, как я буду благодарен судьбе. Спасибо. Спасибо, судьба. Спасибо. Это чистая случайность. Я, конечно, долго тут бегал, но не настолько. Забаньте на 30 дней, пожалуйста, эту бомжиху тупорылую. Пусть бегает где хочет. Так, остался один. И... Интересно, где? Пока не понимаю, короче, где его снять, потому что я вообще не вижу окошко для этого. Нет.
сейчас попробую найти. Нижний левый надо. Окей. Просто вот сюда. Будем надеяться, что сейчас закончится это мучение. Зайчич, это я твой сын и Пушу. Пиздуй на работу. Деньги семье зарабатывать, а не тратить их на донаты мы. Тут твой друган Витёк к мамке нашей ходить повадился. Они в комнате запираются и занимаются гимнастикой. Так, нет, это не то. Или... Давай, пригнись, пролезь, ну что-нибудь придумай. Я вообще не понимаю, ну что за мудацкое место? Сюда точно не спрыгнуть. Блин, какой бред, а. А, окей. Если он на третьем этаже останавливается, это там. Или я снимал уже левую. Я уж не помню даже, какая мне осталась. Да. Стой, стой, стой. Тут даже, на самом деле, несмотря на то, что я тупил очень долгое время, тут даже без тупки это все равно очень долго, ну, то есть, делается. Я не знаю, полчаса нормальный срок. Можно, если ты уже проходил. Я даже, на самом деле, даже с меня снова к этому лифту подвести, я снова буду минут 20 бегать вокруг него. Настолько это место тупое и унылое. Вот это я понимаю геймплей. Пиу, пиу. И Алсо, вот таким тупым шлюхом, умником, как та манда, что в чате воняла, я рекомендую в следующий раз, когда будет играть в игру, сидеть с секундомером и реально смотреть. Потому что на стриме все по-другому несколько кажется, особенно если ты уже проходил игру ту или иную. И видишь, как стример ее проходит... Уже после того, как ты сам это сделал. Что же там на стуле? Или это не стул? Нет, это просто какая-то фигня. А, нет, стул. Эти фигуры... Воины. Они были в гробнице Пимика. Они ее охраняли. Это ты? Значит, ты был полководцем. Как она узнала? Это же даже не фотография, а он просто скелетрон. По одежде, по-моему, не похож. Почему? Или похож. Вот бы мне кто-нибудь так говорил. Такие слова мужчине приятно слышать. Да, на Good Game, конечно, супер тупая система с разбанами каждые 30 дней. Я ее понять просто не могу. Чем это, чем люди руководствуются? Как будто, если человек идиот, он может перестать быть идиотом. Я уже рассказывал про придурка, который у Гитмана каждый месяц пишет в чате. Вот. На остальные примерно такого же уровня, придурочные. Бури, которые не утихнут, пока ее душа привязана к этой земле. Мои штормовые стражи поклялись защищать ее. Они должны продолжать, но я не могу.
Душа, запертая в разлагающемся теле. Значит, вот что вызывает бури. Чтобы прекратить бури, нам нужно уничтожить тело в ритуальном зале. Как же мне убедить в этом остальных? Мне кажется, достаточно будет сказать, тем более там осталось всего 3 человека. Достаточно было бы сказать, уничтожение тела в ритуальном зале поможет нам выбраться с этого острова. Вряд ли кто-то начал бы спорить. Погоня за ветром, предпоследний уровень начался. Давайте, фастран. Так, бум. Куда нам теперь туда? Сами горите в огне, паршивцы. Ой. Промазал. Попал. Она еще и скатилась вместе со мной. Блин, хрен попадешь, а. Пока не перебьешь всех, хрен просышь, куда надо. Давайте всех перебьем тогда. Фастрана не получится. Это был хедшот жизни. Так, где мой автомат? Все, здесь и нельзя было зафастранить, пока эта дресня не упала. Двоих одним. Каково? Не. Чувак, ну что такое? Почему ты такой живучий? Я знаю, знаю, надо было апгрейдить оружие, а не бегать. Страдать фигнёй, но... Кого это волнует? Магия для педиков. Апгрейды для педиков. Идиота в чате Гитмана совсем забанили. Модер ГГ пришел и деактивировал тому профиль. Ну знаешь, если честно, я бы на месте Гитмана попросил его разбанить. Ну потому что... Ну, в том плане, то, чтобы он мог каждый месяц сделать ту дресню, которую он раньше делал. Потому что, ну, это уже было, типа, как будто бы, ну, знаешь, обычай. Я бы только рад был, если бы у меня появился такой ублюдок. Ну, один, а не несколько. Ну, потому что ты, его уже можно даже было ждать. Типа, а придет ли он в этом месяце? Ничего с ним не случилось ли? Кто не знает, у Гитмана в чате раз в месяц забаненный приходил и просто начинал спамить чат, что мамку шатал. Ну и каждый месяц просто в один и тот же день. Вот уж больной, упоротый человек, да? Десяток появится. Да я уж забанил достаточно. Быть стримером на самом деле не так уж и просто, особенно в плане вот первый раз проходить некоторые игры на стриме, потому что ну тупка неизбежна, а люди вообще не понимают их. Им не объяснишь. Им кажется, что это ж так легко, так очевидно. Я просто раньше рекомендовал им самим попробовать новую игру какую-нибудь пройти на стриме, при этом еще постоянно говорите, чтобы зрителям было интересно. Но никто же не пробует. Легче умничать. Думать, что... Ты-то бы справился. Я, например, пол игры вообще не смотрю на диалоги и подсказки, потому что мне просто тупо, ну, некогда на них смотреть. Если я буду это делать, то я пропущу донаты, и человек, может быть, вообще не задонатит в следующий раз. Скажешь такой, опять он не ответил мне про отряд самоубийц, не буду донатить. Мех.
Что за фигня с этим котом грустным, я не понимаю. Почему вы пишете Келли и грустный кот? Келли, запятая, грустный кот. Что это значит? Объясните мне. Я смотрю в чаты, там постоянно это. Я хочу знать, я хочу быть в курсе модных тенденций. Привет, сучка крашеная. Не говорите. Объясните. Спасибо. Серьезно, я думала, мне конец. Их нигде нет. Что случилось? Келли, это бота, еще он модер на Азубу. Он раз в несколько минут спамит этим котом. Бот постит недовольного кота, чат поддержит. Понятно. А почему кот с Азубу работает здесь? Ничего не понимаю. Ты была права насчет Уитни. И откуда вообще на Азубу бот? Они топят и сбивают все. Во время Второй мировой... Ну, не самый плохой мем. Они считали, что этими бурями что-то управляет из ритуального зала. Послушайте, я еще пока не все поняла, но Сэмми убили. Это все связано. Если мы уйдем, не узнав правды, погибнем. Так же, как те пилоты. Так же, как Рот. Слушайте, что бы здесь ни было, пусть Лара разберется. Возвращение в это осиное гнездо, самоубийство. Ее ведут не туда. Они направляются в ритуальный зал. По этому притоку мы к ним подберемся. Рейс, я знаю, как сильно ты... Ну да, вот здесь, наверное, уже часика два осталось вот с этого момента. 2-2.5. Теперь даже я могу примерно представить. Я помню, как-то мельком смотрел стрим Лирика, и вот этот момент где-то был за часа два. Но я не видел ни концовку, ни как он играл. Я просто помню, что в воде вот этот момент где-то часа за 2.5. Хотя, блин, если Лирик прошел за 2.5, то мне, наверное, 6 часов понадобится. И это печально. Что ты хочешь найти? Правда, хочешь... Лара вспомнила роты и левых пилотов, а про смерть Алекса забыла. Чувак, очкарики никому не нужны. Вот он думает, что она всю жизнь теперь будет помнить обо мне. Я пожертвовал своей жизнью. И, может быть, даже пошликает на меня. Но нет, нет. Лара уже забыла об очкарике. Она даже не считает его героем. Наверняка она такая думает, ну и дебил, лол. Да, я понимаю, план безумный. Да, безумный. Но безумие все, что у нас осталось. Попробуем. Лирик 5-7 вроде прошел. Нет, 8 часов 40 минут примерно. У меня сейчас пошел 9 час, но я слишком много общаюсь с чатом. То есть, если бы я только проходил и издавал каждые 15 минут звуки типа то, наверное, я бы тоже уложился в 9-10. Так получится. Блин, ладно, я не хочу в Дениса камень кидать, но он первое метро проходил 15 часов, то есть люди по-разному проходят. Кто-то читает все, изучает каждый угол, кто-то общается много с чатом. Самураи, штормовые стражи. В общем, стреляйте во всех, кроме Сэмми и меня. Нет, это в твоей жизни он был бы только программистом, которому дают бабы, таких не существует. Прикроют они меня, как же. Небось, опять в какую-нибудь клетку попадут и будут орать: «Лара, помоги! Шевели жопой! Береги себя!» Стоп, нет, погодите, возвращение — это был последний уровень.